Хочу познакомить вас с дебетовой картой Тинькофф All Games, картой, созданной специально для геймеров. На карте вы можете указать свой игровой никнейм. Мелочь, а приятно. Карта Тинькофф All Games позволяет вам экономить на ваших покупках, чтобы вы не покупали, будь то игры, реальная техника в магазинах электроники или внутриигровые предметы. Так как это специальная геймерская карта, вы будете иметь повышенный кэшбэк на покупки игр, внутриигровых предметов и электронной техники. Ну и к слову, эту карту можно использовать и в своей повседневной жизни. На обычные покупки кэшбэк тоже есть. Совершая покупки, вы получаете бонусы. Эти бонусы можно тратить на покупку игр в Steam, Origin или GOG, на покупку внутриигровых предметов в играх. То есть донат. Куда же без него. Ну и про магазины электронной техники забывать не будем. Бонусы можно тратить и там. В таких магазинах, как DNS, CityLink, MVideo и многих других. Тем самым экономя свои деньги, ведь все это вы покупаете на бонусные баллы. Ну и вишенка на торте, получите 500 бонусных баллов за первую покупку по карте на любую сумму. И эти бонусы вы сможете потратить на все сервисы и магазины, упомянутые мной ранее без каких-либо скрытых условий. Закажите карту сегодня по моей ссылке в описании, и уже завтра представитель банка привезет ее вам совершенно бесплатно. Вам даже не придется вставать с дивана. Всем тем, кто досмотрел рекламу, спасибо. А кто заказал карту, спасибо огромное. Пандаси, да ну их. Вот Дазл сильный, да? Кто еще сильный? Пускай будет Тони сильный. Пускай будет мистер Энтони. Нет, два Дазла слышал сильнее, чем один. Какая-никакая двоечка может собраться. Там еще тролль, да, в пуле. Псы, Эйпен Смит. Орки, да? Орки это гуд. Сори, Дазл. Вот теперь он расслаблен. Надо доту запускать, чтобы случайно попасться, да. Пил. Может реально ВД взять? Drum and bass radio, radio, radio. Head for the quarry. Radio, steady you go. Панда тут, бара Т2. Т2 CM-ка, белка Т2. Ханты, почему ханты? Я вон и как. Чем катка закончился, безыпчик сдался. Он залился в этом по гости. Ну погнали так. Мы не пуси. Валяться я тут точно не хочу. Давай смотреть. Я могу вместо этого купить вот это. Но оно как бы равнозначно. То есть и то гуана летучей мыши.
Ну на, конечно, это, блин, отстой. Лустрик. Еще один хантер, интересно. 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну, коза этот просто та же единичка голды. Ораклы вернулись. А, вопрос, будем ли мы левелапать? Тролль может понадобиться. Ну, я точно хочу левелапать. Надо попытаться победить. Тут зароленный сильно, наверное, не пробью. Не призвал тогда, мог бы пробить, если бы призвал. Блиновато вышло. Зато в левелапе. Первое, да, в пятом. From the deeps I rise. Это шашечка, чумба. Шашечка, шашечка. Все сильные такие. Пуд же не того сейчас вытащен, да, к сожалению. Вот хорошо же, вот теперь хорошо вытащил. По красоте просто, мужчина. Не, Пудж тащила, вообще тащила. Пудж очень хорош. Но тут, конечно, народ просто вообще сильный. Ох. Ох, 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 что ж я маленький не сдох. Ну, кстати, есть шанс это даже пробить. Да боже ты мой, как же этот пудж тащит, просто посмотрите. Ябадабаду, вагонеткин. Спасибо за подписочку. Что это у нас? Енота выходные? Да, у всех же выходные у нас. Не только у енота. Так. Не знаю, будет ли у меня чистый воин как-то играть. Но дубликата, да, селедка этот. Селедка сильная, пуш сильный. Корабль не видно было. Легионка сильная, пипец. Ну тут Джаггер вообще непобедимый. Вроде как бы и отдать что-то хочется, да, нет.
Ладно. Ну как ты вот такого парня отдашь теперь? А чё у нас там по обилкам? Не мультикаста, ничего нету? Яичка нету. Днем стрим был. Так стрим уже идет, знаете сколько? 4 часа 46 минут. Яйца нету. Я бы хусика, наверное, взял вместо беста. 3 часа пропустил, уведомление приходит? Не знаю, возможно. Вот это бы добить, да, как-то, но не получится. Ту-ту-ру-ту-ту-ту. Переставить, ну ладно. Это хоть не 6 хантер? Вроде нет. Будем ли отсюда что-то брать? Наверное, нет. Нужны ли мне эти ребята? Вот этот точно не нужен. Здесь я еще готов подумать, да, орка поставить. Тони вроде как одинов тоже не хочется продавать. А у меня дубликат пуджа не было. О, кстати, сильный, я бы, наверное, проиграл. Это что, под богами? Ну, коли ж мы без престов, следующий нужно выигрывать, либо в ничью драться. Вообще надо делать вот так вот. О, здравствуйте, Кунка. Here's pus in your eye.
Пуджа можно было за кого-то протащить, но я не думаю, что нежить будет сильнее этого воина. Тоника еще отдам. Дум. Неприятно. А это даже пролетает сквозь вот этого. Джаггер закрутился хорошо. Теперь есть шансы и победить, да? Ну там Дум сумасшедший. А, нет. Ладно, минус Тони. Я думаю, здесь не должно быть никаких проблем. Зря разбирал, да? О, погоди. Это все здорово, но это один оф грифсы. Один оф грифсы мне никогда не помешает. Плюс мы нежить поставили. Это прикольно. А ну-ка, давай-ка все-таки вот это возьмем. Лок. Unlock. Джаггер, подожди. Вот так вот. Нужно ли мне вот это теперь? Я сомневаюсь сильно. Ну, какое-то время я могу на воинах постоять. А если хусик какой-нибудь рандомный? Да в пекло этого хусика рандомного. Мне ж проиграть надо было, ёб твою за ногу. Все, поехали. Здорово, Романович, вернулся, сломался переходник к компу. Сегодня вот пришел, поэтому я на потоке. Как майский отдыхаешь, слышал, шашки жарил в пятницу, ел на стриме. Я сегодня жарил и ел на стриме. Вот. Больные уже, да, какие-то заходят. Т2 кунка, дум этот. Хочется левел покрутить побыстрее. Но если я победю, что мне не особенно много профита. Надо так попробовать победить. Звери, эльфы. Этот не призвал хорошо, Джаггер убежал. О, изи победка.
19-й точно надо проигрывать. И желательно как-нибудь да побыстрее. Стоп. Вот так вот, да, еще? Но мы слабее. Может, даже кого-то поубиваем. All-in, восьмой вытри, ну конечно. Ты даже думаю, веник будет лучше обезьяны. А обезьяна пусть тоже идет. Идеально 8 урона, да, неплохо. Семь из восьми, 8 из 8, все норм. Я думал, просто кого поставить, никто из синергии-то не апает. Престов, может, надо было поставить. Ну ладно. Вообще пароль еще надо чуть. Очень сильно зашел. Он же Энигма. Вот сейчас еще элитка, кстати. Прикольно. А у нас там же не Зевса, ничего, это может сразу съесть. Никому пока давать не буду, в этом смысла нет. Могу зарядку дать панга. Ну, я думаю, что таким столом можно в левел смело идти. Я не знаю, что мне сейчас делать Арквардом, потом пригодится. Что-то мы рано нашли все, что нужно. Вот это проблема.
What can I do in return? Да, прухло. А что поделать? Кто-то же должен прухать. А ты зато вон учел две энигмы. Да. Угу. Вот так восьмом ролит надо. Говорил, что рано. Ну, а чё я лапки вверх поднимаю? Мне сейчас девятый побыстрее выкрутить. И там доролится уже с легами. А там как пойдет. То есть вот этот маэстро, он ролит, но у него потенциал-то ограничен. Я не знаю, дума хочется взять, потому как... Ну, ему, конечно, тоже напрухало. Смотри. И хумов выбирать не хочет. Нормально вытащил, да? Девятым. Т2 Энигма. Два это Аркварден, Дизраптор. Закрыл Туренов. А, погодите. Здесь Т2 тролль просто в девятом. Тоже круто. Что-то рано я расслабился. Понимаю, Т2 тролль. Т2 тролль. На магах 6. Я всегда его собираю, в принципе. Чё? Расслабили булочки, и нам между булочек решили что-то засунуть. В каждом роли что-то нужное. Это тебе не ЕУ, а что это? Это и есть ЕУ. Роман, ну мы же крепчаем после того, как нам засунули. Ну мы покрепче сжимаем, чтобы это помягче ощущалось. Да боже, как вы вытаскиваете-то? Это без элитки в восьмом. Раз, два, три леги. Это два чен. Ничего пока брать смысла нет. На шпанга не попал, да. О, вот так вот лучше уже. Догончик. Вот это хорошо, хорошо. А вот это уже Т2 догончик. Берем, берем. Минус арморчик и палка. Пш,
Стоило бы чуть-чуть булочки-то напрячь. Ну куда ты? Ладно, тролль лишний. Что-то я психанул. Ты два чен сейчас какое-нибудь говно реснет. Или не реснет? Давай не реснет. Хорошо. Давай, 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 медвежонок, старайся. Ах, чуть-чуть. Рики против Шаманья? Ну, против всего Рики хорош. Нужен панга еще один. Кто не нужен? Игра, да что ты говоришь? Стоп! А кетот-то зачем? Не лезет мне, наверное, уже Нигма. А, Шрауд, что ли? Нет. Мне кажется, спектра уж тоже лишняя, хотя не уверен. Там пангольеров хрен найдешь. Корона, сапог, палку найти. И вот этого СК может быть вообще забить. То есть Такира поставить без этого. Палку дай. Будем ли мы этого зверя вообще ставить? Где Акир? Нету Акира. Ну, в смысле, а что тут думать? Надо ставить. Чем мы там остались с шаманом, с таким?
Ты, бро, живи. А дальше посмотрим. Ну, нормально, квопы работают, что-то там какие-то юниты работают, какие-то не работают. Значит, этого не уверен уже, да? Пойдете. А что ты кнопку очень долго жмешь, дизраптор? Там все, конечно, весело, задорно. Могу ли я спектру просунуть? Как мека тащит, да. Enchanted, I'm sure. Две мекки, если быть точным. Левелапнуть, что ли? Вообще так-то он меня больно пробить может. Чё, фулл лема? Серьезно? Ну окей. Шаманы, фулл лема. Рики работает против шаманов? Очень даже. Ах ты, жок, переставился. Ну ладно. Нам надо, чтобы Дизрик работал. Кстати, а чё я парюсь-то? Ой, балбес. Ну, сам ошибся. Сам ошибся, сам виноват. Т3Doom, да? Кто такой этот Т3Doom, правильно? Ну, это я все-таки тебе оставлю. Bring an end to magic. My spirit returns to flesh. Лана, этапка дать зачем? Да, чтоб с тобой, не дай бог, что-нибудь не случилось. Много три квапы дают в этом файте. Сидит еще в деньгах. Что самое интересное. Еноты должны быть ЧБ, Влад, окей. Буду есть ЧБ пиццу. Не, зверей возьмем. Я думаю, пробьем. Или нет. Хм.
Психанул, получается. Это самая игра 6 ассасинов? Не знаю пока. Рики, ты нормально стоит. Чего вот сюда поставить? Еще одного Рики вот сюда куда-нибудь. Добрый день, добрый. Надо было что-то найти, дубликат. Но мы должны выбивать быстро это. У нас огромную роль, урон, куча контроля. Они там вообще кнопки нажимать не должны. Ну там, ты 3 Аркварден. Под фулл элемами. Видишь, ты хитрый какой. Не знаю, может ли мне этот спектр вообще пригодится теперь. Давай так и... Так и... Хочу ли оставить эту спектру против этого говна? Наверное, уже нет. А, все. Ну, зато посмотрели на элемов. А, нет, не лег, ничего нету. Не четверок.